Владельцам киосков предоставили земельные каникулы. Ближайшие 3 года предприниматели смогут торговать на прежних местах. Закон позволяет в 2019 году выставить муниципальную землю, на которой стоят ларьки, на аукцион. В Первоуральске решили не торопиться и дать малому бизнесу 3 года. То есть, если торговля в ларьках идет законно, то и землю муниципалитет забирать не будет. Более того, городские власти обновили схему размещения торговых точек, исключили неработающие и добавили новые. Учли так называемые перспективные земельные участки, которые сейчас не используются, но в дальнейшем их могут выставить на торги. Об этом говорили на встрече сотрудников администрации и предпринимателей Первоуральска. Суть остается, в принципе, та же самая. Только сейчас налог не за земельный участок, а выкупается право ведения торговой деятельности и все. То есть это все равно доход в муниципальную казну, которые потом деньги тратятся на социальные нужды, на развитие городского округа и прочее.